so, so, so. The way I used to love you, no, I don't wanna know. Пошел дождь, и кругом грачи. Посмотри, тут столько гнезд. Значит, катимся мы по грязи, а еще и дождь пошел. Вот так вот говорят, чисто тут, а тут грязно. Очень чисто. И вообще холодно. Я заметила. Передаю привет маме, которая сказала мне ехать по реке. Засветы, засветы. Я не замерзла, это кажется. Немножечко холодно. В каждых путешествиях есть свои минусы. И дождь идет, и холодно мне. Но есть и плюсы, есть природа. Грязь есть лечебная. Так, в Крыму. Очень скользко. Иду, ползу на самом деле. А не иду. Хочу сказать спасибо моей трубе. Если бы не она, я бы замерзла. И шапки сейчас бы воду вымала. Посмотрите на мое пальто. Боже мой. Прогуляла пальто. Это долина грязи. Знакомьтесь, ребят. Вылезти невозможно, только если вы сильной воли. Я не знаю, как я буду наверх подниматься. А еще я не вылезу, подождите меня. Мы пришли. Я не могу, это просто что-то с чем-то, потому что я чуть не упала на бугорке. Это было просто испытание, мне давали. Стой за ней, ну как-то стоит. Что ты меня пугаешь вообще, обалдел? Ой, и на меня сейчас капнула вода. И, о боже, мокрые вы все. Заставили, значит, меня идти. Подождем. Сейчас докуда я дошла? Знаки стоят. Мы что, эти люди? Где мы? О, боже мой. И что за куртина? Знак и дорога. Вообще, в принципе, красиво, мне нравится. Красивый такой. Ну что, мы нарушаем правила, пойдем по дороге. Человек, пожалуйста, отойдите. Внимание, внимание, тут сейчас брезгливый человек. Отойдите, пожалуйста, от экранов. Итак, урок биологии. Биология от Жени. Значит, червь. Кольчатый, в общем, противный. О, боже мой. Не, ну, в принципе, сегодня солнечно. Но ветер. И холодно. Кукусики, что мы тут делаем? Нормально вообще. Ты как-то некультурно. Давайте, до свидания. На улице
пахнет костром и свежестью. Это просто обалденное сочетание запахов. И это... У нас нигде снег не лежит. Везет же нам склянки. У нас снега нет. Хотите, я сейчас вас шокирую? Вот, та-дам! На улице снег! Вот так вот и закончилось мое маленькое путешествие.